Свое первое очко со штрафной линии. И второй бросок он тоже попадает. Я думаю, сегодня нам... Нас ожидает очень интересная игра. Причем Газарян. И зарабатывает на себе фолы Газарян. Напомню, друзья, в прошлой игре не принял. Саркисян с мячом. Сам лезет под кольцо и забивает в очко. Значит, у Газаряна пока что 4 очка. И второй бросок попадает. Саркисян будет разыгрывать мяч. Скидывает дальнюю передачу на 30 номера. И сочный трехочковый в исполнении 30 номера команды Гаяса. Ошибку своего одноклубника. И Подоросян начинает атаку своей команды. Передача. Он будет пытаться и забивает еще 2 очка. 7 номер. Тоже, насколько я знаю, это новый игрок в команде Green Team. Снова Саркисян с мячом. Проходит он 11 номера. И плюс 2 очка в свою копилку зарабатывает Саркисян. Саркисян. И будут снова они начинать свой тайм-аут. Очень оказался первый бросок. Вот все-таки второй штрафной бросок он попадает и зарабатывает свое первое очко в этой игре. 14-11 счет. Саркисян подобрался. Сам пошел до конца и and one забивает 30 номер команды Гаяс Абакяну. Разница в 2 очка. Сравнялись в счете команды. И посмотрим. Стефан с мячом. Саркисян. Пробежка. Снова пробежку делает Саркисян. По момента снова он начал как в защите, так и в атаке очень хорошо играть. Посмотрим, как он защищается против Дениса. Но Денис сразу же отдает передачу. И... Авакян с мячом. И... Передача в никуда, но 7 номер быстро на это реагирует. Забирает мяч. Недоволен тем, что судья не свистнул фол. Азамат. Забивает Денис. Авакян. Куда пройдет передача? Сокращает разницу в счете. Денис. Посмотрим, второй бросок будет ли точен или нет. Не точен. А второй Авакян и сравнивает счет он в матче. Сваиваются сейчас на арене. Все-таки Саркисян забил 2 очка. Да, все-таки реализовывает он еще 2 очка. И команда уходит на 4 очка вперед. Газарян. 28-27, дорогие друзья. Разница в счете минимальная. Денис снова выходит на площадку. Да. Сравнивает все там. Посмотрим, сможет ли он помочь своей команде выбраться вперед. Но нет, но попадает. Наконец-то попадает Денис в свой штрафной бросок.
И сравнивает счет в матче Карапетян. Карен с мячом. Передача на Тиграна. Снова мяч у Карена. Отдает он седьмому номеру. Арам. Слишком. И команде Гаяса нужно сейчас срочно что-то предпринимать. Карену нужно включаться в игру. Денис сейчас мешает пройти передачу Карена. Первый попадает в свой бросок. Отправляет он воздушный поцелуй кольцу и забивает еще одну очку. Я думаю, что уже исход матча здесь решен. Команде Гаяса не удалось.